Снова новости из России. Путинский режим не может справиться с мирными акциями протеста известного в России Бармалея. Подробнее у нашего корреспондента в Волгограде Джеймса Шустермана. Hello, studio. And welcome. Да, действительно, у нас есть эксклюзивные съемки, как Бармалея проводит свои мирные акции. Also, if you capture news on video or have commentary, you can submit it via our website at AmericaFirstTV.com. So, in conclusion, I hope you stay informed and watch this unfiltered breaking news and enjoy all the great shows. Американский президент Дональд Трамп озабочен происходящим в Волгограде и отправил туда лучшего американского героя. Джеймс, как успехи у Ван Дамма в Волгограде? Да, действительно, Ван Дамм только разогнал всех ворон. Расскажите, Джеймс, а почему Ван Дамм зимой в майке? Ван Дамм, почему вы в майке? Вы действительно дебил. TV shows, podcasts, and so much more. Finally, unfiltered news and media brought to you via America.